Приветствую на своем канале. Многие пользователи спутниковых и эфирных приемников столкнулись с тем, что у них перестал работать сервис Megogo. Я сейчас зашел в меню сервиса Megogo и сейчас запущу, например, фильм «Девчата». Жду некоторое время и выдает ошибку и выбивает. С чем это связано? Это связано с тем, что этот сервис поменял протоколы подключения, поменял какие-то условия, параметры доступа к своим сервисам. И проблему так просто не решить. Пока производитель вашего девайса не выпустит новую прошивку, на этом девайсе Megogo не заработает. Я сейчас не говорю о владельцах Android приставок, у тех все будет в порядке. А именно тех, кто обладает спутниковыми эфирными приемниками, не на андроиде, а на встроенной операционной системе, таких как World Vision, таких как SAT Integral, таких как Uclan, эти столкнутся с этой проблемой. Первой ласточкой стал выход новой прошивки 3.10 от производителя SAT Integral. Теперь на приемниках SAT Integral эта проблема решена. Заходим на сайт dsrsoftwares.narod.ru. Именно здесь появляются всегда самые последние прошивки SAT Integral. Ищите прошивку для своего приемника. В данном случае я прошиваю SAT Integral 1248. Нахожу его в списке. Вот как раз S1248, S1258, S1268. Скачиваем ее. Открываем архив. В архиве видим самый свежий файл softcam.key от 6 декабря 2020 года. Следующий файл — это список каналов. Есть файл описания readme.txt. Обязательно его смотрим, читаем. Далее идут прошивки для, соответственно, 1248, 1258 и 1268. Файл sample — это для того, чтобы работал YouTube. По поводу YouTube здесь тоже есть вордовский файлик. И еще один текстовый файл — обновление программного обеспечения. Самый главный файл, который на данный момент нас интересует, это файл прошивки. Вот он. Для 1248, но я все-таки извлеку и softcam.key для того, чтобы обновить список ключей. Список каналов я обновлять не буду. Извлекаем это все на USB накопитель. Далее USB накопитель вставляем в USB разъем приемника и включаем его. Заходим в раздел «Дополнения», выбираем раздел «USB меню», находим файл прошивки, нажимаем «Ок». Появляется окно «Вы хотите обновить ПО список каналов», выбираем «Да» и процесс прошивки начался. Теперь удостоверимся, что произошло подключение к сети. Заходим в раздел «Настройка сети». IP-адрес приемник получил. Теперь заходим в сетевое приложение и проверяем работу Megogo. Ну и, конечно же, для чистоты эксперимента теперь проверим работу сервиса на этом же фильме «Девчата». Нажимаем ОК. Все работает. Напоминаю, что
Эта инструкция работает на данный момент только для приемников SAT-Integral. Однако я думаю, что производители спутниковых и эфирных приемников других марок тоже подтянутся и тоже не будут отставать и выпустят новые прошивки. На этом все. Если видео для вас было полезным, понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы быть в курсе всех моих последних видео. А также все вопросы задавайте в комментариях. Всем удачи!